Ребята, вас приветствую. Сегодня рабочий день у нас начинается с коттеджного поселка Благодать. Вот именно в этом доме мы производим черновые работы. Давно уже сюда не приезжали, потому что у заказчика есть постепенно деньги для того, чтобы что-то выполнять. Итак, дом 200 квадратных метров. Мы его с вами рассмотрим, посмотрим, потому что там сделаны все перегородки, оштукатурены все стены. И планировка, она такая, знаете, с многими санузлами и так далее. Для тех, кого заинтересует предложение подобного рода, вот, пожалуйста, конкретно вот этот дом стоит на продаже от застройщика с, наверное, 400 сотками земельный участок. Цена вопроса 24 миллиона рублей в черновом состоянии, то есть без ремонта. Коммуникации здесь у нас свет, вода, ну, локальные очистные сооружения, а газ уже, видите, он идет здесь. Мы находимся в Молдовке. Так что пойдемте сейчас в дом и посмотрим. Покажем ситуацию, которая здесь у нас происходит, да, как раз для заказчицы, которая у нас находится даже не в Сочи. Вот, здесь, в принципе, все без особых изменений, кроме того, что там сзади производятся какие-то монолитные работы. Здесь уже дом, как вы видите, сосед у вас появился. Между вами нужно будет какую-то делать подпорную стенку. Ну, вот как вот некоторые, видите, уже и ремонты делают, да, и тем не менее, вон даже газ подключили, территорию еще не облагородили, потому что делают вот гараж. Так, мы заходим сюда, сейчас я вам покажу планировку, вот таким вот образом она выглядит. Здесь получается у нас кухня-гостиная на первом этаже. Это лестница. Здесь, по всей видимости, кладовка, котельная. Дальше. Вот это у нас санузел здесь. А вот здесь у нас, по идее, спальная комната, но нужно будет здесь прорезать окно. Это уже мы попозже будем делать. Это у нас получается первый этаж. Давайте поднимемся на второй и третий этажи. Сейчас у нас вопрос стоит в электрике. То есть мы будем производить электромонтажные работы. Вот заходим на второй этаж и пошли комнаты. Все комнаты с санузлами. Так захотел заказчик. Санузел, видите? Много, говорит, детей у них, родственников, которые захотят приехать и захотят именно как-то по отдельности, да, то есть чтобы был санузел. И что у нас еще здесь? Вот в этой комнате также у нас комната, санузел. И наверху еще две, по-моему, комнаты. Сейчас зайдем, посмотрим. Так. Вот раз комната, здесь уже потолки скошены, утепленные. То есть мы делали. Здесь кладовка и санузел. Просторный дом, 200 квадратов, балкон, шикарный вид, здесь даже море видно. Ну, в общем, в принципе, очень даже нормально. Так, здесь коридор. Здесь у нас окно. Санузел. И вот здесь место спальное, да? Санузел с видом на горы. Смотрите, какой вид здесь. Ой, какой красивый. Так, ну, в общем, вот такой вот дом на таком этапе. И сейчас, как я уже сказал, будем проводить электромонтажные работы. Если вам нужен ремонт в доме, вот здесь коттеджный поселок, Благодать, на его, грубо говоря, примере, черновой ремонт будет стоить 16 тысяч рублей. Это без теплого пола. Все индивидуально, проекты индивидуальные. Наши проектировщики помогут вам сделать наиболее удачную планировку, эффективную. Не обязательно обращаться к дизайнеру. Хотя дизайнер у нас есть, поэтому проблем нет никаких. Можно сделать полный дизайнерский проект, выбрать материалы и даже дистанционно все это дело закупить. Так, мы вернулись в офис. Давайте посмотрим, какие у нас изменения на других объектах.
И также продолжаем закупку чистовых материалов. В данном случае Михаил у нас закупает по электрике. Есть у нас квартиры, в которых мы уже заканчиваем черновой ремонт. И вскоре вы увидите чистовой на этих же объектах. Давайте посмотрим, как ребята у нас работают и какие у нас успехи. Алло. Мы поднялись на 12 этаж. Квартира 212. Вот здесь у нас вводная группа получилась. Отопление и водоснабжение. Вот так вот установился инсталляция. Вот так пошла разводка. Здесь у нас одна батарея. Здесь идет вода в кухонную зону. Еще один радиатор. И еще один радиатор. Вот таким образом. Осталось все прибрать и заказываем стяжку. Я на 7 этаже. Квартира у нас 110-я. Электрики закончили свою работу. Справились с данной квартирой. Очень много везде подсветки по квартире. Все выведено. Здесь у нас щитовая. Вот таким образом выглядит. Спальня. Здесь кухонная зона. И вот такая вот комнатка. Ну, в общем, здесь электрика у нас готова. Следующий этап – это сантехника. Мы на 2-м этаже. Квартира у нас 21-я. Все ребята здесь выполнили стены из блока и все заштукатурили. Вот таким образом это выглядит. Все заштукатурено. Все подсыхает. Следующий этап у нас электрика. Квартира стоит в очереди на электрику. Вот таким образом все у нас заштукатурено. Подъехали в жилой комплекс Лобачево 1. На 3-м этаже у нас здесь черновая квартира. В понедельник делали стяжку. Сейчас зайдем, посмотрим, что у нас там получилось. Так, вот был комплекс. Рядом вот там делают фрукты, строят. Мы поднялись в квартиру. Стяжка у нас уже 3-й день. Эта труба спрячется в поддоне, как раз вышла прямо. Поддон будет невысокий. Все везде ровно. Впрочем, как обычно, аккуратно, ровненько, чистенько. Ну вот у нас идет работа, шпаклевка стен, шпаклевку делаем под обои, вот уже первым слоем протянули, вот видите, он еще не высох, сырой, подсохнет, вот будем
второй слой наносить. Обои здесь уже куплены. Здесь вот начинаем уже. Ну, я думаю, еще 2-3 дня и закончим. Откосы будем шпаклевать под покраску. Вот такие вот обои приобрели. Обои посмотрели. Хорошие обои, хорошего качества. Всем доброго дня. Продолжаем закупать электрику, теплый пол для наших клиентов. Вот, сейчас пройдем в магазин. Ребята нам все покажут, что у них продается. А стоит там, не знаю, рублей 800 сейчас стоит. То есть вот такие электронные, то есть тоже механические, но эти, в чем плюс, они могут интегрироваться, допустим, в систему, ну, в Унику-Ниву, то есть можно будет подставить. Есть регуляторы, которые можно вставить в рамку Легранда. То есть, ну, чтобы отдельно стоящего регулятора не было. А сам теплый пол как выглядит? Кажется, он. То есть 25 лет гарантии, да, у него получается? Это дает завод. То есть в случае чего гарантия магазина год, а если более, это уже на завод обращается. Сколько в ровно метров? В зависимости от того, что вам нужно. Они все по-разному. На разную площадь. Одна ванна с крышкой защитная. Угу. Так, вот это вот целая, да, коробка с резервом получилась? Угу. Все 6 здесь, 16. Так. Здесь у нас самый объемный, да, заказ. Так, 4,5 квадратов. Ага. Две штуки. Есть. Так, 5,25 одна штука. Два квадрата одна штука. Термоизоляторы. Угу, термоизоляторы. Так, дальше у нас пошли розетки. Одинарных розеток указано 12 штук. Ну вот, все, что мы сегодня закупили, это у нас на 4 объекта. Всем пока, до новых встреч. Так, ребят, сейчас я вам покажу несколько проектов. Это у нас планировочные решения, как они выглядят и что за комплексы. Давайте посмотрим. Это комплекс «Новая заря», вот один из проектов. Здесь, как вы видите, у нас есть перегородки, отопление, где какое радиаторное, мебель, далее сантехника, розетки. Тут достаточно много, видите, это непростое освещение. Выключатели, кондиционеры. Это все делает у нас проектировщик, электропровода. И вот таких у нас сейчас проектов. Новая заря 35-я квартира, новая заря 378-я, новая заря 91-я и новая заря 78-я. На каждую квартиру мы делаем планировочное решение обязательно. И строго по вот этому планировочному решению мы делаем все работы. Поэтому если вы с нами делаете ремонт, даже если вы на коленочке взяли, вот сами нарисовали вот такую-то планировку, мы это все равно переведем все в электронный вид и создадим квартиру вашей мечты. Поэтому подписывайтесь на наш канал, звоните, пишите. Надеюсь, вам видео понравилось. Поддержите наш канал. Обязательно подписывайтесь на остальные наши социальные сети. Желаю вам хорошего, правильного ремонта. Всем удачи. Пока.